друзья, я фиксаю, обратно мы фиксаю. Чё? Чё ты сейчас сказал? Привет, друзья, фиксаю, со мной сегодня Акакий. Всем привет! Сегодня у нас будет очень интересное видео, Акакий, рассказывай. В общем, я-то как профессионал Майнкрафта, да, я тебе... Да-да, спасибо, Акакий, в общем-то, друзья. Ладно, Акакий, рассказывай. Я пойду утоплюсь. Короче, я-то как профессионал игры в Майнкрафт, я тебе сейчас расскажу, что сейчас будет. У нас с тобой будут даваться рандомные задания, которые мы с тобой должны будем выполнить. Кто проиграет, тот проиграет. Ты, кстати, это понял? Ты куда отходишь? Мы будем с тобой состязаться в различных заданиях, и если мой друг проиграет, то, получается, я выиграю. Да, а если Остав, ты проиграешь, то твой друг... Чего? Пойду утоплюсь. Ну что же, Акакий, давай начинать. 3, 2, 1, маэстро, заводи шарманку. Подожди, тут ты не знаешь, но надо удариться, чтобы сработало все. Да, одновременно. Раз, два, три. Итак, мы с тобой телепортировались в какую-то саванну, прикольненько. Слушай, я по опыту могу сказать то, что лучше стоять рядом с деревьями. Кстати, здесь мясо есть, если что. О, спасибо, прекрасно. У меня теперь есть куча мяса. Это хорошо, но сейчас начнется испытание. Офигеть, смотри, у нас теперь клетка, прям мы из нее не можем выбраться. Как из нее выбраться? А никак, и никак. Здесь все сломано. 3 секунды до какого-то задания. Один, все, сейчас будет даваться рандомное задание. Фолк сразу... Я все понял, нужно упасть с высокой высоты. Кто первый это сделал, тот и выиграл. Так, так, так. Что? Фу! Подожди, чего? Так. Не понял. А ты не понял, как это задание работает, да? Так я победил. Блин, я упал на дерево, тебе сейчас вообще просто дичайше повезло. Это задание означает то, что кто выше заберется, тот и выиграет. А я, слушай, начал копать... О, господи, здесь был только один блок до этой шахты. Специально начал копать вниз, думал то, что... так я по любому случаю выиграл. Вообще победа легчайшая, слушай. Ну тебе повезло просто. Опачки, следующая локация, болото, интересненько. А где-то здесь должен быть Шрек, по идее. Да, точно. Давай его позовем. Давай. Заводи. Заводи, его самую, давай. Somebody random in the world. Слушай, а он... Слушай. Кажись, не сработал. Нет, с таким голосом, не. Не, вообще никак, не даже вообще на Евровидение никак. Не поехать. Ну ладно, все, пофиг на Шрека, давай. Нас максимум паралимпийский. Ага, ну да, поехали. Что? Позже паралимпийский, это что для инвалидов. Фу, так, нам повезло, секунд. Повезло, опять есть дерево, это очень хорошо. Да, это очень хорошо, мы пока что ничего добывать не можем, вообще ничего делать не можем. Угу. Даже бить друг друга не можем, офигеть. Блин, это хорошо. Так, что сейчас будет, что сейчас будет? Визор! Визор! Нет! Выжить от визора! Нет, надо его победить, надо его победить! Как это? Нет, выжить нужно наоборот, сурвайв! Ладно. Та-та-ра-та-та-та-та! Я знаю, что делать. Это хорошо, что ты знаешь, что нужно делать. О, нет, здесь камень. А какие, как там дела у тебя? Отлично, я уже все. Что такое? Ну почти, я забурился. Ха-ха, думаешь, ты один тут такой гений? Так у меня-то есть хотя бы дерево. Блин, ну да, согласен. Слушай, да, с деревом тебе повезло, как бы, определенно. Жалко то, что у меня его нету. Подожди, а где сам визор вообще? А вот этого никто не знает. На, вот, он прямо снаружи, как и не вылази ни в коем случае. Хорошо. Я уже все, камень начинаю добывать. Кошмар какой. Ты что, дерево начал добывать? Я, нет. Я слышу, как ты, нет. Тихо. Че такое, как и победа? Мой план сработал. Слушай, так-то, это было нечестно с твоей стороны. Это честно, ПВП не исключено. В любом случае, даже если кто-то из нас умрет, то все, это конец. А подожди, а давай тогда сейчас небольшие правила придумаем. Да, и какие же? Давай сейчас определим, до какого счета мы с тобой должны дойти, чтобы уже определенно кто-то из нас выиграл. До 5, я считаю, будет вообще честно. Ну, мне кажется, да. Опять дождь пошел, и мы опять в саванне, кажись, да? Да, слушай, это джунгли, а какие? Видишь, зеленая, это не саванна. Слушай, это давай джунгли. Так, если солнце сейчас появится... И дождь закончится, значит мы находимся в саванне. А как и установлена ясная погода. А... Ты вообще не понял. Все, дождь закончится, мы с тобой в саванне. Хорошо, начинаем. У нас опять есть дерево. Да, и супер огромное. Такс, 3, 2, 1. Что же сейчас будет интересненько? И это... Сильверфиш. Серебряная рыба. Да. Чешуницы будут спавниться. А ты, я вижу, ты тоже смышленый, да? Ну, типа того. Слушай, а что-то я теперь не могу добавить блок, я вроде раньше мог. А сейчас, вот этот сейчас пока нельзя, пока нельзя. Ладно. И все, сейчас мы должны, по идее, с тобой. А чё я не могу ничего добывать? Они, чё? А чё за подстава, я не могу ничего добывать? Так, ладно. Я думал, я смогу. Оп.
Во, все, нормально работает. А ну, пошел, пошел отсюда. Пошел, сказал. Давай. Нет. Да, отстань ты от меня. Ты что ко мне пристал? Да! Ты офигел! Ты честно, ты вообще непробиваемый был, как будто бы, ты не знаю, танк какой-то, тебя кинуть вообще не мог. Вообще-то я машина. А, машина, ты этот, ВАЗ-2109. Надо будет загуглить, что это. Надо будет. Александр, ну, раз уж мы друзья, я могу называть вас папочка. Ого! Подожди, мы с тобой тоже друзья. Привет, папочка. Я этого не слышал. Так, слушай, мы, кажется, находимся в зимнем Египте. Чего? Не знаю. Мы с тобой так-то на дереве сейчас находимся. А, ну да. Слушай, а давай ради интереса начнем именно на дереве. А давай. О, как прикольно будет. Прикольно. Прикол. Да, давай, прям на дереве, да. Да. А ты не веришь? Все, начинай. О, сажень с дуба, смотри, это твой ребенок. Слушай, мне кажется, вот этот отчет для подписки и лайка, ну, чтобы люди успели поставить. Слушай, ну, мне кажется, я успел только что. Да, да, я тоже уже успел. А, да? Хочу тебе интеррейн, пожалуйста. Кроссбоу! Отлично, отлично, отлично! Ну что, молодой человек? Кто же из нас будет ловче? Кто на самый лучший рыбу? Как ты думаешь? Ага, ты вниз спустился. Как дела? Как погода? Дела у меня, кстати, отлично, и погода зашибись. Самострел получается, да? Ой-ой-ой. Что такое, Акаки? Думал то, что ты тут профессионал в битвах с иглами? Что? В битвах с иглами? Да нифига подобного. Слушай, я иглы не люблю, иглоукалывание как бы это больно. Акаки, прости, но ты беспомощен. Ты даже стоячего не попал. А, не-не-не, я даже не стрелял в тебя. Опа. Ох ты, ты посмотри на него, ля какой хитрец, значит, да? Да ты ля какой, а? Может, ты будешь стоять на месте просто, а? Слушай, хорошая идея, но я не буду стоять на месте. Ты ля, ты как попал? А-а-а! Сколько победа! у тебя оставалось очень мало, да, хп? У меня были полные хп. Как так? Потому что я умный и голод не растрачивал, я не прыгал туда-сюда, в отличие от некоторых. Ты помнишь начало этого ролика, как я прыгаю туда-сюда, туда-сюда, и в итоге падает вниз и... Слушай, а ты не думал заняться озвучкой, там, машины озвучивать, машины там, я не знаю. Не-не, я озвучиваю только нажатие на кнопку. Так, я этого не слышал. Слева горы, справа горы, а в тебе стрела. Слева поле, справа горы, через реку, вон тот город. Слышу голоса из таверны, они довольны, но хапнут горя. Карты, деньги, два ствола, крафты, руны, два меча. Держись, малышка, я близко. И мы пришли рубить с плеча. С двух ног две щепки. Передо мной босс, по бокам марионетки. Не боясь, напуганы, головорезы эти. Позади него вижу улыбку, фиксеты от бедра. Три выстрела. А, подожди, мы же просто в Майнкрафт играем. Я думал, я сейчас на студии записываю префикс эту. Слушайте, вы так-то сейчас были в караоке-баре, и вас машина оценила на 30 баллов из 100. А почему 30 баллов из 100? Вообще не похоже на фиксая. Ну да, согласен. Фиксай. Да. Вы готовы проиграть? Вообще ни одного дерева нету. Да, зато есть камень и трава. Блин, так, и что сейчас? Надеюсь, сейчас будет Привет! Это означает то, что с одного удара либо я, либо ты. А ну поехали. Ну я готов немножко. Тихо. Не подходи, молодой. Страшно. А что тебе страшно? А ничего. Я только что вот букву ГО, о, твою голову засунул. Чего? Ничего. Этот прием называется ошеломить соперника. Так в смысле, я не был ошеломлен, я просто не понял. Я не понял, что ты сказал. Вот именно, ты офигел. Это ты офигел! Ты офигел вообще! Ты офигел! В смысле, там, а как ослабенее именно это работало? Как обеззараживающее или как обезвреживающее? Обеззараживающее! А-а-а! То-то ты пропал. Поляна, значит, да. Ну, накрывая, как его здесь сейчас будем эти шашлыки жарить. Значит, я корзинку взял, тут хлеб есть, да, помидоры, огурцы. Дождь, тут как всегда идешь на пикник с другом, а вот дождь, бац, и даже гроза, ну и все. А салам пополам, дождь, пропадай. А как и установлена ясная погода? Да ты надоел, а! Палишь меня и палишь, я тут как бы магию делаю. Слушай, самое время, мне кажется, начать, возможно, финальный раунд, а возможно, не финальный раунд. Да, скорее всего, не финальный раунд. Опять же, ни одного дерева. Зато мне есть семя пшеницы, у тебя нету.
Я не можешь, да? Сложно, да? Void Rising. Так, Void Rising, опачки. Ага, это означает то, что пустота будет подниматься наверх, да? Нет. Как это нет? Она будет подниматься вниз. Слушай, ну тут, как говорится, кто первый, тот первый. А! Пошел вон! Тихо! Нет! А кто? А кто? Подожди! Нет, ты первый, ты первый. Нет, вроде ты! Да, ты первый, ты первый умрешь! А-а-а! Так, слушай. Ты на миллиметр был ниже меня. Блин, это... Давай так. Мне кажется, это не совсем честный раунд. И мне кажется, можно еще один сделать. А что он-то решит? Счет-то все равно 5-1. А я выиграю. Ой, если я его выигрываю, играем еще один раз. Давай лучше так. Если ты его выигрываешь, то ты выигрываешь всю игру. А давай. Мне это нравится, мне это интересно. Поехали. 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 Нам поедем. Так, Сакаки, это, конечно, не цветочный лес, но тоже неплохо. Здесь есть вот такой вот цветок под названием... Мне не нужна эта сирень. А, есть куча деревьев, также тут есть еще один цветок, называется одуванчик. Че он не летит-то, не пойму. Ну давай, начинаю, как и в общем, давай. Я решил, давай сделаем тогда раунд рядом с твоим луком-батуном, а? Слушай, это Люк-батун в натуре, он должен придать мне сил. А, нет, это не настоящий Люк-батун, ладно, забери его тогда. О май Гайра Белл, это шо, не настоящий Люк-батун? Не-не-не, йо, крейзи, я не... А я настоящий Люк-батун. А-а-а, прикольно. Ну давай, как и начинаем, все, поехали, стартуем раунд, но мы... Опачки, такс, у нас есть пещера, это хорошо. Это даже очень замечательно. Да, пожалуйста, Тинтирейн, ну уже, да! Блин, Шринкинери? Что? Блин, сумо, это сумо! Да, это сумо! Ладно. Ладно. А как? Ты зря. Я хп не теряю сейчас. Мы даже с тобой начали. Мы с тобой даже не начали. Не-не-не-не. Ты меня сейчас не сможешь выкинуть. А как это? Почему я не смогу выкинуть? А потому что зона еще не начала пропадать. Да? А вот сейчас она начала пропадать. Она будет сейчас сужаться. А ты чё, палк? Нифига. Ты когда палку успел скрафтить? А ты когда успел палку скрафтить? Я выпал она. Ладно, в честной битве сегодня Акаки одержал победу надо мной только в одном раунде. Ладно, в двух раундах. Да. Но, помнишь, мы с тобой договаривались? Да, так я же говорю, то ты выигрываешь всю игру. А сейчас что было? Игра, правильно? Правильно. А, слушай, а давай так, если понравится твоим зрителям, мы запишем еще одну часть, где сделаем настоящий реванс, там будут более жесткие испытания. Слушай, ревесанс, конечно, неплохой ревесанс, я как архитектор, мне это очень сильно нравится. Но я предлагаю тебе сделать реванш. Ревесанс? Реванш. Ну типа, ладно. Итак, все честно, Акаки получается вырос. Могу ли я вырасти еще в игре, если она будет? Фиксай также Акаки, всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Дождь пошел, всем пока!